Хейо, гайс, с вами Шмики, мы продолжаем проходить игру по названием Dead Space. Я, да, название забыл. Dead Space. Мы с вами в прошлой серии очень сильно апгрейднулись. Так, я только думаю, чтоб я потом... То, что я все так потратил... Чтоб мне это потом... Не тютюкнулось. Защитный костюм 3-го уровня! Вот и костюм 3-го уровня. Ништяк. Костюм 3-го уровня. Мой костюмчик 3-го уровня теперь будет. Сколько у меня денег? 30 тысяч. 555. Новый предмет. 20к стоит. Убить. И давайте тогда... Потому что я вижу, костюмы не так очень часто нам даются. Плюс... О, у меня сейчас инвентарь улучшится. Ух, ништяк. Может, тогда еще одну возьмем обоим? 25 патронов. Нужно посмотреть, сколько у меня сейчас будет места. Но я все равно за то, чтобы сейчас купить еще вот этот один узел. Тем. Штяк. Так, у меня сейчас... Ух ты. 17 мест. Можно взять одну хилку. Можно взять одну хилку. Среднюю. Хотя... Средняя, да. У меня ж я малый все шпап продавал. Большую я трогать не буду. Прокачаем с вами до конца уже броник. Именно по ХП. И будем, наверное, вкачивать себе вот эту следующую пушечку. Так, сразу сохраняемся. Здесь, потому что я не так далеко все равно дошел. Поехали. Да, как вовремя мне дали 3-й броник. Как вовремя мне тебе дали. Что здесь у нас какие-то за шлюзы непонятные? Так. Карта неудобно сделана. По идее, мне еще ниже, да, тэпнет? Или нет? По идее, да, я должна ниже телепортнуть. О, Хэнк, это ты, тю? Айзек, черт, ты напугал меня. От этого места мурашки. У нас только что один гребаный строит. Ай. Слушай, я знаю, Кендра не доверяет мне, но... Я действительно ничего не знаю ни об обелиске, ни о другой чертовщине. Мы должны были провести простой ремонт и все. Вот это каша. Система метеоритной защиты. Я могу починить платы, но с основным питанием проблема. Ты должен будешь вручную перебросить питание минимум от 3 распределительных щитов, чтобы энергии хватило для главного орудия. Но сначала надо запустить служебные лифты службы безопасности мостика. Они подвезут нас к щитам. А, окей. Слушай, Айзек. Слушаю. Будь осторожен. Я там что-то видел, не знаю что. Видел краем глаза. Но это было огромным. Просто гигантским. Окей, держу в курсе. На список погибших. Все, можно идти дальше. А, слушайте, а мне теперь кажется, что мне нужно будет взять все-таки один магазин этого. Суперпушки. Я думал, она сдохла, когда я запечатал капсулу. Эти штуки не просто убить. А чего она такая высокая? Ладненько. Она какая-то реально высокая.
Что-то дверь больше не светится. Давайте я, наверное, если смогу. Двери что-то перестало светиться. Пойду за супер патроном. Для своей писы. Так. Рюкзаком. Переместить. Готово. Там что-то ломится. Ни хрена! Воу-воу-воу! Все? Он не встает. Все? Все? Карантин снят. Да. Так, нужно, короче, до конца будет ту пушку прокачать. Бля, он меня ударил. Да, зараза меня ударила. Ладно, зато мне открыл проход, где я сейчас прокачаю костюм. Айзек, сделай нас едим. Нет, не сделаю. А, включить лифт. Да, включить. Лифт атриума включен. Да, вот эти патроны теперь мне нужны. Ладно, поехали. Так, у них три штуки. Три штуки. Как раз получается прокачать еще плюс одно здоровье. Или воздух прокачать. Там готово. Да, ячейка прибавляется плюс одно. Плюс одна ячейка. О, меня полностью отхилило, заметьте. Читерство. Так это вот у нас что? Да, блин, я не знаю, на самом деле сейчас сложно сказать. Если такие враги будут, то это будет сильно. Но за то, чтобы типа одну оставить, эту обойму. Или давайте хотя бы вот эти легкие патроны свои оставим. Да хотя и эти можно переместить. У нас все равно еще 5 находится в самой пушке. А, ясно. Ну все. Да ладно, нормально, сойдет. Я не думаю, что нас так будут сильно мучить. Это мятеж. Вас будут судить за мятеж. Кейн, да заставьте же их прислушаться. Спокойнее, Бен. Держите его. Согласно статье 54.69 уложения флота, я отстраняю... Я не понял, почему он не нажимался лифт. Перегруз писал. Обелиск необходимо передать церкви. Терренс! Пожалуйста! Мне жаль, Бен. Я не могу тебе этого позволить. Предатель! Еретик! Держите голову! Убийца! Держите его! Он мертв! Вы убили его, доктор! Нет, это случайно. Я хотел остановить его. Арестовать его. А, да, вот так все получается. Так, мне лучше стать здесь теперь, я думаю, тоже нужно перестать так тратить сильно. Как так бы сделать его? А! Так, вот так будем смотреть. Сейчас по низу пойдем. Там поворот и сохранялочка есть. Так, все хорошо.
Давайте без мигания света, пожалуйста. А, точно. Здесь у нас такие. Здесь у нас все такое. Охранялочка. Сохраним следующий слотик. Силовой резак. Тогда сюда зайдем. Готово. Давайте сразу, чтобы место не запирало у нас. Хотя ладно, до конца. Похоже, часть панели искусственного тяготения накрылась. Следи за полом палубы. Увидишь искажение или колебание воздуха, держись подальше. Они опасны. Ясно. Можешь все-таки вернуться. Хотя... Нет, у меня начинает скапливаться снова все. Сейчас быстро все сделаем. А, ну тут лифт только долгий довольно. Ладно. Ну смотри, давайте пока разберемся, что мне нужно сделать. Да, я понимаю, что это беготня, но все же. И давайте, наверное, одну среднюю оставлю дома. Хилку. Или лучше маленькую хилку оставить. Давайте среднюю, да. Хотя, блядь, я не знаю. Давайте, ладно, маленькую оставим. Один магазин оставим. Даже два магазина обоим мы оставим. У нас останется два магазина и четыре. Используем... Классно. Сбегал я, называется. Я. А меня тут поджидали, оказывается. Ладно. Зато плюс вещи. Зато плюс шмотки. Так, а что мы подобрали теперь? Теперь оставляем два магазина. Оставляем два лазерных. И одну маленькую. И одну среднюю, ладно, хилку. Хотя. Я могу одну использовать. Энергетический излучатель с высокой степенью разрушаемости. Переместить. Всё. Если что, у меня отхил будет, я отхилюсь. То там тоже как бы не страшно. Типа, ну, одну хилку я точно буду юзать, если мне еще раз код смотреть. На полную ячейку. Да, в принципе, нормально. Я ж типа не буду с заполненным магазином бегать, так ведь? Ну, типа не магазином, а имею в виду этот. Ай, ну вы поняли. С инвентарем забитым. Потому что нам нужно еще узлы фармить, чтобы прокачать вот эту малышку. Чтоб она ваншотила всех гигантов. Не, ну это они, конечно, молодцы. Взяли мне там западню устроили. Гамнюки.
Только да, мне получается, серия выходит просто по бегушке, что я в одно место туда-сюда бегаю. И сейчас посмотрите, типа, манать, уже 15 как бы это прошло. Минут. А ты все еще в начале локации. Но зато у нас прогресс идет. Так, а что здесь у нас было? Ага, здесь мне сказали про... Вол! А тебе нормально вот так влазить? Ты, гамнюк. Экстезис. Ко мне. Так, нет, это я понял, херня опасная. До свидания. Малой сопля. Эй, парень, отцепись. Я не хочу вместе с тобой играть. Нормально. Короче, вот эти хрени нужно осторожно обходить. Главное самому их не цеплять. Ничего не даешь? Не, вот это жесткая на самом штука опасная. Ну то ладно, здесь патроны дали. Синтез. Умно. И все стоит, как стоит. Мне что-то этих. Новые пушки много дают. О! Тихо, 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 малыш. А чё ты именно так бежишь? Бля, у меня тут... Он меня зацепил! Головой узел. Что я на тебя много потратился, приятель? Очень много. Ну, мне возвращают все. Так, погнали, пополним кинезис немного.
А или синтез, да? Синтез. Кинезис, почему кинезис? Мне бесит то, что он не может в режиме бега перезаряжаться. Блин, не, а вот это животное мощное. Ай-яй. Энергия направлена к системам защиты. Системный распределитель ищи подключен. Это метеорит, да, этот? Мне почти удалось настроить прицельную сетку. У нас одна из пушек проблема. Не останавливайся. Почему ты мне только один узел дал? Могли бы хотя бы два дать, я не знаю. Так, а чё я тогда первого так быстро убил? Это, а, и плюс этот кидает мины. Он типа не может... А, я же юзал точно. Всё? Там, старом. Осторожненько. Мне нужно вернуться к капитану. А не туда лазят. Ну, а хотя бы по одному выстрелу мне пришлось им потратить. Не, давайте я лучше сохранюсь наверху, где лифт. А то сейчас я буду подниматься каждый раз, при когда сдохну. Наверх. Ух, громила. Так, у нас есть один синтез, узел один. Но я могу еще один купить, в принципе. Узел. И прокачать до конца хп. А, подождите, мне нужно 3 узла, чтобы хп вкачать до конца. Ладно. Что-то придумаем. Может снова попродавать вещи? А вещи продавать не... А нет, здесь тоже есть, можно продать точно. Да, все нормально тогда. Побежали. У меня сейчас, считай, 4 магазина. Брум. А у меня еще и синтез есть. Продать. Магазин. Блин, у меня чутко причувствие, что нужно уже деньги начать экономить. Потому что потом мне придется на это тратиться. На новый костюм. На следующий уровень костюма. Ё-моё! Здорово! За узел. Теперь у меня 4 силовых узла. Так, иксик. Можешь воздух еще вкачать. Да, давайте вкачаем воздух. 110 воздуха. Сейчас мне должно отхилить, по сути. Да, отхилил. Так, все, у нас, короче, с вами хпшка полная. Поэтому о костюме забываем уже навсегда.
вспоминаем только, где капитан находится. Мне нужен первый уровень. Айзек, слушай, я тут нашла медицинские отчеты. Это биорекомбинаторы. Они заражают только мертвые ткани, а потом перестраивают клетки. Инфицирование мертвых клеток – первая фаза развития вируса. Потом, похоже, они пытаются снабдить себя новой мертвечиной. Та органика, которую мы видели на стенах, она часть общей системы. Что-то он быстро перезаряжается. Атмосферную среду. Он на самом деле довольно быстро еще перезаряжается. Я прикидываю, если на максимум вкачать. Типа просто. И все. Лезвие трубореза. О, что новенькое. Нужно будет потом это куда-то сбросить. Так, дальше нас ждет сохранялки. Вообще, где я нахожусь? Я вижу много места... Ага. Как же неудобно смотреть на эту карту. А, неважно, погнали. Типа ничего тут нету. Зона нормального давления. Зона ва. Я смотрю, что у нас место заканчивается. У нас сколько? 5 свободных слотов осталось, да. Веселье начинается. Замечу, что мне только дают эту оборудование. Так, здесь у нас получается просто комната, да? А, да, тут просто у нас идут одиночные комнаты, поэтому поехали. Generation. Так, там мне не пройти. Так, журнал капитана. Так, первичная оценка инфекционной угрозы. Прошло меньше часа с первого сообщения, а инфекция успешно распространяется по всему кораблю. Сначала пострадала причальная палуба, где разбился челнок. К настоящему моменту мы потеряли почти половину медицинских палубы и четверть инженерного отсека. Все еще нет никаких новостей из грузового трюма и отсека планетарных операций, что наводит на неприятные мысли. Такого я явно не ожидал. Говорит мой приятель.
Не, что мне вот этой пушки вообще очень много дают. Как будто говорят, наверное, играй давай с ней. В принципе, почему бы и нет. Или вы мне дали, чтобы я вот эту дверь взломал? Блин, я не вижу просто... Смотрите, хотя там обширная комната, но я думаю, там в основном дерьмо. Вот. Если толпы будут нападать, буду юзать ее. Ошибаюсь. Ага, я чуть не наступил. Офигеть. Тихо. А, мне туда вообще, да, не попасть? А, там ничего нету. А ты где, приятель? Ха, ха. Ага, чтоб я обосрался, я понял. Вон мой хлопчик. Найс скрипты. Сколько я в него всадил? Одну большую обойму. Ну, один выстрел, то есть. Маленькие. А ему... Хоть ты хны. А мне все равно. А я постою. Энергия направлена к системам защиты. Контрольный распределительный щит подключен. Система оживает. Почти готова. Так я ж трупы поломал. Алло. Ебать, они еще и висят. Приятель, а это я подумал, а что тут не так? А там еще трупаки висят. Хорошо, что он вот этого он мог, в принципе, оживить, но он без ноги. А я тебя вот не помню, чтоб я тебя убивал. А походу убивал. Так, возвращаемся. Сразу смотрю на вентиляцию. Зона вам нормально. Так, я срать хочу. Хлопцы, помогайте. Хочу срать. Как здесь ничего не валяется? Нигде не скрыт там денежки, не знаю. Куда я вообще иду? Зона нормального давления. Куда я возвращаюсь? А, у нас уже серия должна закончиться. Тю. Так, а мне надо... Наверх. На одну или на два? Вверх. Сейчас посмотрим. Ну, какой-то там отчет идет в груди. Ну, по идее, хилку мы полностью сделали. Еще выше предлагают. Я предлагаю сохраниться и закончить. Да. Как-то так. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.